Привет, дорогие друзья! Я рада видеть вас на моем канале. И хочется вам от всей души пожелать отличного весеннего настроения, крепкого здоровья. Берегите себя и своих близких. Приглашаю вас на очередной обзор заказа от компании Faberlic. Хотите скидки от 20% и подарки от Faberlic? Тогда регистрируйтесь на сайте по ссылке, которую я оставила в описании под этим видео, и оформляйте заказы. Не упустите шанс сэкономить. Вот такие два огромных пакета я получила. И давайте сейчас я вам буду показывать все по порядку. Заказ товара я делала по каталогу номер 5, который будет действовать до 5 апреля 2020 года. И начну свой обзор с крупного товара. Первый товар — это сиденье с наполнителем из лузги гречихи. Давно хотела заказать, и наконец-то я это сделала. Размер сидения 40 на 40 сантиметров, вес 1 килограмм 100 грамм. Верх наперник выполнен на 35% из хлопка, 65% полиэстер. И на одной из сторон нанесено ПВХ-покрытие антискользящее. А наполнитель 100% лузга гречихи. Вот так вот оно выглядит с оборотной стороны, то есть здесь покрытия уже нет. И что дает нам это сидение? Эффект микромассажа, ортопедический эффект, эффект тонизирования, профилактика целлюлита, профилактика заболеваний мочеполовой системы. Это сидение гипоаллергенно, гигиенично, воздухопроницаемо и износоустойчиво. Очень мне понравилось сидение, классное. И цена с учетом моей скидки 799 рублей. И следующий товар, товар для здоровья. Подушка с наполнителем из лузги гречихи. Подушка герметично запакована. И на упаковке есть ручка. Очень удобно. Размер подушки 40 на 60 сантиметров. Наперник очень красивый. На нем нанесены цветы, и они так красиво переливаются. Наперник выполнен на 50% из хлопка и 50% полиэстера. А наполнитель 100% лузга гречихи. Вес подушки 2 килограмма 300 грамм. Эта подушка принимает анатомическую форму головы и шеи, благодаря чему способствует эффективному расслаблению мышц и полноценному отдыху. Обладает способностью поглощать излишнюю влагу и сохранять постоянную температуру. Обладает свойствами микромассажа, а также обладает ароматерапевтическим эффектом. И цена такой подушки с учетом моей скидки 959 рублей. Следующий мой товар из заказа. Это мужские джинсовые шорты. Выполнены они из хлопка на 100%. Ткань средней плотности, приятная на ощупь. Для лета самое то, то есть они не очень плотные. С боков идут два прорезных кармана, а сзади два накладных. То есть, как обычно, классические джинсовые шорты. Шорты хорошего качества. Я заказала размер 54, то есть они идут размер в размер. Хорошо очень сидят, очень красиво, мне понравились. И цена их с учетом моей скидки 1119 рублей. И следующая моя покупка — легкий трикотажный джемпер с воротом поло для мужчин. Цвет желтый. Джемпер выполнен из хлопка на 100%. Хорошего качества, очень приятный, мягкий на ощупь. Мне понравился, но тот, кто любит посвободнее немножко одежду, можно взять на размер больше. Потому что я заказала 54, но хотелось бы, чтобы было чуть-чуть посвободнее. И цена такого джемпера 559 рублей с учетом моей скидки. Следующий товар – перчатка для душа. Размер перчатки 19 на 7 сантиметров. Выполнена она из нейлона. Довольно жесткая такая, средней жесткости. Давайте попробуем ее надеть. Надевается легко. И, я думаю, будет иметь такой эффект скраба. То есть она такая довольно все-таки жестковатая. Но это и хорошо. Понравилась мне перчатка хорошего качества. И цена ее 95 рублей. И, как обычно в моем заказе, средство для стирки белья. В этот раз я взяла концентрированный гель для стирки особых тканей. Его хватает на 20 стирок, объем 0,5 литра, что соответствует 3 килограммам обычного порошка. Мне очень нравится вот этот гель. Я недавно стирала джинсы, на которых было жирное пятно. То есть он отстирал просто мгновенно, с первого раза.
И какие еще преимущества у этого геля? Он мягко очищает и защищает волокна, сохраняет функциональные свойства тканей, предотвращает усадку и деформацию, обновляет цвет, эффективен при температуре от 20 градусов Цельсия, не оставляет следов и разводов, дерматологически проверен и подходит для стирки детской одежды 0+. Очень хорошее средство, цена 239 рублей с учетом моей скидки. И еще вот такие два средства взяла. То есть одинаковые они. Это концентрированный гель для стирки цветных тканей. То есть такой же объем 0,5 литра. Также хватает его на 20 стирок. И какие у него преимущества? Это то, что он обновляет цвет и придает яркость. И сохраняет волокна тканей и принты. Ну а так, в принципе, все то же самое. Также он дерматологически проверен и подходит для стирки детской одежды 0+. И цена его 239 рублей. И еще набрала много разного мыла. То есть мыло твердое, мыло жидкое. Взяла три жидких мыла, смягчающие и два питательных. Очень хорошее мыло, мне нравится. Смягчающее идет с клубничным соком и молочными протеинами, а питательное идет с миндальным молочком и также с молочными протеинами. И было выгодно купить их более одной штуки, потому что на них есть акция, и цена вот одного мыла получилась 71 рубль, хотя по каталогу оно стоит 139 рублей. И вот такое вот мыло с клубничным соком имеет очень приятный аромат. Знаете, пахнет как виноград Изабеллы. Настолько приятный, прям охота аж его съесть. Такое оно вкусное. И из твердого мыла тоже купила всякое разное. Турецкая ривьера, любовное цветение, туалетное мыло, роза и фиалка, ритмы фламинго и райские острова. То есть вот это мыло по 56 рублей, а вот эти два мыла мне достались по 1 рублю. То есть, как всегда, Фаберлик делает приятные такие сюрпризы. И у меня была возможность приобрести это мыло всего за 1 рубль. Мне очень нравится это мыло, всегда его беру. Я уже привыкла к мылу Фаберлик и другое себе не покупаю. И давайте я вам покажу, как оно выглядит. Вот такое вот аккуратненькое. На нем есть надпись Фаберлик. Очень приятный аромат. Они все хорошие. Я даже не могу сказать, какое мне больше нравится. Еще вместе с заказом мне пришли купоны. Весенняя скидка минус 50%. Они будут действовать с 6 по 26 апреля. И распространяются на парфюмерно-косметическую продукцию и косметику для дома из каталога номер 6 2020 года. Вот как приятно. И еще вместе с заказом мне пришел новый каталог номер 6, который будет действовать с 6 по 26 апреля. Что здесь я увидела интересное? Это новая линия функционального питания, товары для спорта и программа ухода за кожей во время тренировок. Продукты Wellness – это выбор тех, кто хочет похудеть комфортно, вкусно и при этом получая весь спектр полезных веществ. Это полноценная еда, которая идеально впишется в ритм жизни активных людей. Здесь есть сухая смесь для приготовления коктейлей. Есть, кстати, шейкер для приготовления коктейлей на 500 мл. С мерной шкалой и герметичной крышкой. Подсластитель стевия. Батончик глазированный протеин. С фисташками, шоколад, банан, малина, черника, клубника, вишня и миндаль. Цена батончика 99 рублей. Перекусить с пользой. И много разных аксессуаров для занятий спортом. То есть есть валик для йоги. Есть балансирующий диск. Помощник для растяжки, кольцо для растяжки. Ну, в общем, много-много всего. Кто интересуется спортом, я думаю, этот каталог будет очень интересен. И еще в этом каталоге новая коллекция одежды, аксессуаров и обуви. Яркий красный цвет и принтованные детали. Посмотрите, в основном, правда, все красное. И кофты, и брюки, и юбки, и платья. Все с красным оттенком. Преобладание красного. Ну, в общем, каталог мне понравился. Много интересных предложений. На этом я заканчиваю свой обзор. Всегда благодарна вам за ваши комментарии, лайки и подписки.
А я хочу пожелать вам отличного настроения, удачи, крепкого здоровья. Берегите себя и до новых встреч. Пока-пока.